Я читаю 115-й псалом. «Я веровал, и потому говорил я, сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!»